Здравствуйте, меня зовут Александр Горбунов, и сегодня я покажу вам большой жилой дом-дуплекс, который расположен всего в 12 километрах от Московской кольцевой автодороги по скоростному Дмитровскому шоссе. Адрес дома: Московская область, город Долгопрудный, микрорайон Павельцево, улица Петровка, дом 12. Продается двухэтажный четырехуровневый жилой дом площадью 700 квадратных метров постройки 2007 года. Дом-дуплекс стоит на заглубленном монолитном фундаменте. Материал стен – кирпич. Толщина стен – 58 сантиметров. Перекрытие – железобетонные плиты. Лестничные марши – также железобетонные. Кровля – металлочерепица. Дом имеет две независимых секции с отдельными входами. В доме 6 спален, 2 кухни-столовых, 2 гостиных, 6 санузлов, 2 больших балкона. Кроме того, есть много полезной площади в цокольном и мансардном этажах. Цокольный этаж не обременен влиянием подземных вод, влажность на этаже полностью отсутствует. В доме частично выполнен косметический ремонт, разведены все коммуникации, есть действующее отопление и канализация. На кухне под плитой есть теплые водяные полы. Земельный участок площадью 12 соток, почти квадратной формы. Размеры участка примерно 35 на 35 метров. Рельеф ровный, участок огорожен. Коммуникации. Электричество 15 кВт, 3 фазы. Магистральный газ, 2 отопительных котла Ферроли мощностью 45 кВт каждый. Бойлер для горячей воды объемом 300 литров. Колодец глубиной 10 колец и центральная канализация. Уровни сотовой связи и мобильного интернета здесь отличные. Круглогодично асфальтированный подъезд прямо до участка. Дом расположен на второй линии от канала имени Москвы. Выход к воде в 3-4 минутах ходьбы от дома. Здесь нет никаких целевых взносов, участок относится к населенному пункту, это объект индивидуального жилищного строительства. Стоимость коммунального обслуживания как в двухкомнатной квартире. В шаговой доступности есть школа, детский сад, несколько сетевых магазинов. Железнодорожная станция Хлебниково расположена всего в 1 километре от дома. Далее на электропоезде можно доехать до центра Москвы всего за 30 минут. Земельный участок и дом находятся в частной собственности с 2007 года. Отсутствуют какие-либо имущественные или правовые обременения, документы готовы к сделке. Не откладывайте свою жизнь на завтра, звоните мне уже сегодня, и я с радостью покажу вам этот дом. Смотрите также ролик в формате 360 градусов.